добрал шайбу, сделал передачу на Секстона, и можно вылазить Дэну. Момент! В ближний направлял Дэн, но чуть-чуть промахнулся. Бузанов здорово закрыл синюю линию сразу по закруглению. Попов, Митякин, и 1-0! Евгений Митякин поразил ворота. Давайте посмотрим, здесь классно вот. Ну, в принципе, да, Митякин с Поповым-то на двоих и разыграли. Классно Митякин сыграл здесь. В тело и передача Попова, ну, просто шикарная. На пятак, и Митякин в одно касание между ног Галкину шайбу отправил. Сыграли сейчас хоккеисты-автомобилисты. Ну, здесь бросок от Белоусова, но это не опасно, все прекрасно видел Ярослав Азолин. Этот бросок не создал. Давайте повтор посмотрим. Прятал, как мог, Белоусов этот бросок, но... Хитрит, обхитрил и убегает на рандеву с вратарем гостей. Сделал передачу, бросок от Попова и справляется сейчас. В этом моменте вратарь гостей, они у нефтехимики. Давайте посмотрим, вот здесь Секстон. Ну, наверное, чуть скоростных качеств не хватило Секстону. Достаточно быстро его Кормье там снял, но Попов... полосу уже прервать. И вот здесь Секстон убегает 1-1. Момент! И справляется Галкин. Ну, здесь красиво Секстон пытался исполнить, но не удалось ему переиграть вратаря-автомобилиста на льду. Спунер с шайбой. Наброс. Момент! И 1-1. Проскакивает там шайба между ног у Ярослава Азолина. Хорошая здесь диагональная передача. И Бочаров, автор у нас заброшенной шайбы, передачи Спунера. Едва-едва здесь шайбы Бочаров коснулся, но вот этого как раз-таки было достаточно для того, чтобы изменила она направление движения. Это уже Кузнецов входит в чужую зону. Бросок! И здесь момент! Чевелев! И не успевает он спасти свою команду. Кузнецов, собственно, ее и начал. Здесь попытка броска и дальше борьба на пятаке. И первым там Кузнецов оказался на добивании. Ну и ворота там буквально залетел сейчас. Кен, классно на партнера. И здесь здорово пытается один в один обыграть. Кто ж это Блэкер так классно подключился и едва-едва. Пытался на бросок вывести своего партнера, а вот здесь добивание, и 3-1, похоже, становится счет. Это как раз-таки Мэйсик, по всей видимости, отличился. Так, это наброс, да, наброс на ворота был от Блэкера, по всей видимости. И на добивании здесь... Ах, вон как с шайбы-то еще отскочило неудачно. Ну, бывает такое в хоккее. Шел. Входит в зону Барсуков, Галимов, и снова было не очень удобно бросать. Сидоров зато сейчас может расстреливать, бросок, добивание, и 3-2, Егор Попов. В этом сезоне забрасывает, давайте посмотрим, вот здесь хороший бросок у Анселя Галимова, добивание. Сидоров здесь буквально расстрелял, и классно Егор Попов корпусом защитника оттеснил, и шайбу с неудобной руки под перекладину, как я и говорил, отправил. Ну что... 3-2 счет. Точка, терпят поражение нижнекамцы со счетом 3-2. Ну что, поздравляем автомобилист с победой. Третий подряд для екатеринбуржцев. Нижнекамцы тем временем терпят пятое поражение к ряду.